Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Если рано утром встал и конфетку засосал, значит день пройдет не зря. Всем привет, мои друзья! Нету рядом никого, съем конфетку и в кино. Как это нету, Петрович? Я тут. Если утром рано встанешь, кашку всей семье сварганишь, вот тогда тебе я дам две конфеты по 100 грамм. Какая еще кашка? Фе, не люблю кашу есть, полундра! А придется полюбить и здоровью не вредить. Нет, что это за попрыгушка такая, помогите! Стой, Петрович, ты зачем без спросу конфеты взял? А ну стой, проказник! Ну это, конфетки лежали сладенькие, я проходил мимо и не смог удержаться! Фух, кажется, оторвался. Спрячусь за домик. Думаю, меня никто тут не заметит. Если что, жмите лайк, в долгу не останусь. Да нет, Петька, вижу я тебя. Ага, попался, который кусался. Отпусти меня. Ничего не вижу, ничего не слышу. Отпусти, ну пожалуйста. А конфетки без спроса брать не будешь? Буду. Ай, нет, не то сказал. Конечно, не буду. Все, я все понял. Пошли снимать видео. Ладно, Петрович, поверю тебе в последний раз. Слушай, Петька, а у нас сегодня кое-что интересненькое есть. Я готов проводить эксперименты, только убери эту змеюку от меня. А что ты приготовил? А сегодня, Петрович, мы будем тестировать супермашинку на радиоуправлении. Ух ты, ничего себе! Такой машинки я еще не видел. Ну что, давай откроем? Хорошо, Петька, давай откроем. Так, на этот раз оденем тебе шлем. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же умеет эта машинка. Ничего себе, какая она шустрая, вот эта машинка. Эй, потише. Смотрите, ребята, у этой машинки даже колеса поворачиваются. Так, давайте попробуем ее протестировать. И как всегда, начнем мы с нашего песочка. Думаю, этого достаточно. Как-то страшноватенько. Ну ладно, был бы я не Петрович, если бы не протестировал эту машинку. Ух ты, смотрите, не проехала. А я-то думала, она легко преодолеет это препятствие. Попробуем еще разочек. Эх, опять неудача. Петька, а может это ты такой тяжелый? Да нет, наверное, дело не во мне. Конечно, не в тебе, Петька, а в количестве съеденных конфеток. О, смотри, Петрович, она выезжает. Первая машинка, которая выехала из песка. Ай! Ой, все, выключай! Ну, с песком машинка не очень справилась. Давай попробуем следующий эксперимент. О, Петрович придумал, а давай следующий опыт проведем с какао. Аккуратненько разрежем. И сделаем горочку. Мне кажется, с какао дела обстоят получше. Что скажешь, Петрович? Думаю, да. Мне тоже кажется, эта машинка по весу очень тяжелая и хорошо цепляется за грунт. Так, сделаем небольшую горочку и попробуем еще разок. Отличная работа! Машинка справляется с какао лучше, чем с песком. Предлагаю попробовать пенку. Пенку, говоришь, Петька? Ну давай, попробуем. Немножко взболтаем.
и сделаем небольшое препятствие. Ну, Петрович, не подведи. Эх, нет, Петрович, с таким протектором на резине машинка сильно скользит и далеко не уедет. Потише, 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 я же не на коньках. Держись, Петрович, держись. Все, все, прекращай, прекращай, голова кружится, пора заканчивать. Эй, штурман, выключай шарманку. Фух, все, Петрович устал. Мне кажется, за хорошую работенку Петровичу положено чего-нибудь вкусненькое. Конечно, конечно, у меня есть для тебя кое-что сладенькое. Это настоящие шоколадные вафли. Держи, Петрович, ты заслужил. Машинка мне очень понравилась. Песок, какао, пенка, эксперименты. Но вот сладенькое ни на что не поменяю. Друзья, а если вам понравилось наше видео, давайте наберем 2000 лайков, чтобы следующее видео было еще интересней. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока-пока!